Итак, друзья, в Китае купил вот такую карточку по 7 юаней на 2 USB с проводком дополнительного питания и диском драйверов. Ставлю вот в такой древнючий компьютер Sony. Вот модельку можете посмотреть. Аккумулятора давно уже нет, так что вставляю PCMC-ное гнездо. Все отлично вошло. Так, и включаю. Посмотрим, определит он или нет данное устройство. Windows старый. Так что особенно не надеюсь. CD-ROM-а, к сожалению, нет, так что надо будет перекидывать на флешку драйвера с диска, если они сами не установятся. Смысл моего апгрейда следующий. На данном ноутбуке одно только гнездо USB, а мне надо было подсоединить к нему старый сканер со слайд-адаптером, чтобы с пленочек можно было сканерить изображение со старых. Так. Вот Windows загрузился. Так, смотрим. Так, вот найдено новое оборудование. Даже мышку не подключить. Сканер занимает все, что можно. Сейчас диспетчер программу открою. Компьютер медленный. Для того, чтобы в свободное время на работе, не торопясь, отсканировать пленки, вполне пригоден.
Да, вот контроллер универсальной последовательной шины не установлен. Так что драйвера придется копировать на флешку и устанавливать. Итак, уважаемые друзья, я переписал на флешку драйвер. Вот PCMCI, вот такой вот ASM 1042. Сейчас запустим. Посмотрим, установится или нет. Соглашаемся. Идет установка, значит, версия Windows точно подходит. Неужели теперь на этом компьютере будет USB 3.0? Что-то не верится. Ну, сейчас посмотрим. Пока давайте откроем диспетчер устройств. Так, готово. Так, смотрим, что у нас с универсальной последовательной шиной. Вот что-то появилось. Так. Больше у нас пробелов нет. Так, это хорошо. Ой, второй раз запустил, что ли? Второй раз запустилось. Так. Теперь вставляем флешку. Нашу флешечку вставляем. Вот. Все. PCMCI-ное устройство. Контроллер USB заработал. Так, хотя он ругнулся, видите, но флешка высветилась. Все. Смотрим. Давайте войдем в мой компьютер. Вот наша флешечка WinSetup. Есть. Так что вот такие драйвера подходят для Windows XP и старенького ноутбука Sony вот такой вот модели. Всего доброго, дорогие друзья. Я думаю, кому-нибудь это видео поможет. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго. Спасибо за внимание.